В независимом Казахстане много государственных праздников. Обычно они отмечаются народными гуляниями. Вот такими, как это. В Алматы, крупнейшем городе страны. Чего ждет обычный человек от государства? Немногого. Все мы понимаем, что оно не может гарантировать каждому личного счастья. Его приходится добиваться самому. Создавать семью, растить детей, строить карьеру, достойно зарабатывать. Но все граждане вправе требовать от власти безопасности и справедливости. Когда нет безопасности, не то что счастье, свобода и жизнь могут быть отняты по злой воле другого человека. А если нет справедливости, то растоптанным оказывается человеческое достоинство. По годам, боевому опыту и личным данным Саджану Ибраеву пора уже было бы стать генералом. Но бывшему офицеру Комитета национальной безопасности Казахстана, сокращенно КНБ, многие годы пришлось бороться не за чины, а за свободу и доброе имя. Потому что одному очень влиятельному человеку в погонах пришла в голову идея инсценировать государственный переворот. Так, вот они, подземные гаражи, эти Петр Афанасенко вот в этом доме же. Вот это вот гаражи, где он машину свою держал. И куда произошла потом закладка. По согласию с ним, вот этого всего оружия, вот этих боевых. Я не помню сейчас, какой у него был гараж, вот в одном из этих гаражей. Знаете, самая тяжелая травма – это психологическая травма. Потому что физическая она заживает, забывается. Психологический прессинг был очень сильный, конечно. КНБ это умеет делать. Вот. Петру Афанасенко за годы службы начальником охраны премьер-министра Казахстана Акижана Кожегельдина довелось объехать полмира. Теперь только старые фото напоминают о торжественных церемониях и ковровых дорожках. Петра Афанасенко арестовали вместе с Саджаном Ибраевым 8 декабря 1999 года по подозрению в хранении оружия. Сначала речь шла об охотничьих ружьях, подаренных когда-то Акижану Кожегельдину и давно сданных на хранение в службу охраны президента Казахстана. Даже в какой-нибудь африканской стране с таким арсеналом едва ли можно было взять власть. Но в конце 90-х годов политическая жизнь Казахстана развивалась скорее по европейским, чем по африканским стандартам. В соответствии с демократической традицией, после 4 лет работы в правительстве, Кожегельдин ушел в отставку и намеревался пойти на выборы в 99 году. Такая перспектива не устраивала Рахата Алиева, тогдашнего зятя президента Нурсултана Назарбаева. Оказавшись во главе Алматинского управления Комитета национальной безопасности, он не скрывал своих намерений самому со временем взять власть в государстве. Время, когда прошло, я стал анализировать, в принципе, как происходило и что происходило. Я пришел потом к мнению, что, в принципе, это он делал сам. Это был его экспромт. Понимаете, у него была задача меня вывести из системы исполнительной власти и поссорить с президентом.
Обоим офицерам охраны Кожегельдина в этой игре отводилась роль безвольных пешек, которыми можно пожертвовать ради устранения с поля важной политической фигуры. Они должны были подтвердить преступные намерения экс-премьера. Это сейчас-то спокойно, тогда же ситуация, ох, какая была страшная. На самом деле реально боялись. Когда Акижан Магжанович ушел с поста премьер-министра, ему в свое время очень много надарили оружия. Это было охотничье оружие. И гладкоствольное, и нарезное. Но в 98 году вместе с Саджаном Ибраевым мы это оружие увезли и сдали в службу охраны президента. Ну а кто это будет делать? Это же не будут делать какие-то уборщицы там или люди со стороны. Естественно, это мы делали. Московский адвокат Денис Павлов взялся за дело Афанасенко и Ибраева через 10 лет после этих событий. Он уверен, что его доверители стали жертвами грубой провокации, устроенной Рахатом Алиевым. Задумка была достаточно странной и дикой. Честно говоря, когда мы первый раз с этим столкнулись, я, в общем, ну, в какой-то степени даже не поверил в это, потому что нормальный человек не может поверить в то, что с помощью охотничьих ружей можно организовать переворот в стране. Но, тем не менее, Рахат Алиев именно эту идею взял за основу. Чтобы стать во главе спецслужб, Рахату Алиеву, врачу-лаборанту Алматинского НИИ, не пришлось проходить все ступени служебной карьеры. Достаточно было жениться на Дариге Назарбаевой, дочери президента Казахстана. Это обеспечило ему невероятный карьерный взлет. Он стал генералом, не достигнув и 40 лет. Такого джекпота в жизненной лотерее Алиеву показалось мало. Высокие посты сначала в налоговой полиции, а потом в КНБ он использовал для личного обогащения. Он отбирал у собственников приглянувшиеся бизнесы. Банки, сахарные заводы, телеканалы, месторождения нефти, птицефабрики. Понимаете, у него было две задачи. Первая – убедить президента Назарбаева, что я действительно готовил, покушался на власть. И мое участие в несостоявшихся выборах, в принципе, это вот цветочки. Ягодки были в другом. Я затаил желание любой ценой прийти к власти, и это я намеревался сделать путем переворота. Он пытался таким образом два зайца убить. Ну, во-первых, показать Нурсултану Абишевичу, вот ты ошибался в нем. А второй он хотел показать на Западе, вот какой Кожегельдин подлец. Вы его там защищаете, а он, смотрите, он собирался законную власть получить путем военного переворота. Понимаете, когда меня арестовали, я сначала не понял. Ну, ничего противозаконного с моей стороны не было. И как любой человек, я не мог понять, в чем дело. А вот эти вот многочасовые допросы. Старались, значит, с кем перевозил, куда. Вот один следователь заканчивает. Переводят в другой кабинет. Те же самые вопросы. Но я знаю, как это все делалось. И делается сбить с толку. Отдыхать практически не давали. К Рахату водили. Он мне откровенно сказал: Петр, ты нам не нужен с твоими ребятами. Ты сам знаешь, кто мне нужен, если ты сейчас будешь вести все, как я расписал, все будет хорошо, мы вас освободим. Максимум, что вы получите, это условно, это я вам гарантирую. Несогласные бизнесмены и политики отправлялись в тюрьму или в эмиграцию. Если свою власть Рахат Алиев использовал для обогащения, то богатство собирался использовать для обретения еще большей абсолютной власти. Его приближенные открыто называли шефа будущим президентом Казахстана. Самое страшное на сегодня, мне кажется, зло – это коррупция в правоохранительных органах. Общество устало уже от того беспредела, который творится именно в правоохранительных органах. Вот когда в 99 году, 8 декабря, нас арестовали, одним из вопросов, конечно, в первые дни это был вопрос якобы через нас, готовящийся чуть ли не военного переворота. Потому что вот то
то оружие, которое, кстати, мы сдали в службу охраны, оно потом, ну, по номерам было же видно, оно фигурировало потом опять в этом сейфе, который нам инкриминировали, что мы его продолжали хранить незаконно. Якобы вот с помощью этого оружия мы там готовим какой-то переворот в стране. Там, ну, бред полный, конечно. И во главе якобы вот этой нашей группы, естественно, стоит Акижан Мажанович, который руководит и направляет нас. У меня, кстати, был после этого с ним встреча была, и мы эту тему с ним обсуждали. Я ему хорошо помню, она, кстати, оказалась записанная. Я ему сказал, что Рахат Мухтарович, вот вы тогда поторопились с этим оружием. Если уж вы решили меня вот с этим оружием, вот как у вас на жаргоне говорят, попутать, вам надо было набраться терпения, спрятать это оружие. Потом сделать каким-то образом так, чтобы я там оказался. Надо было меня туда заманить и вот этими скрытыми камерами все записать. Я ваш. Для того, чтобы взять власть в современном государстве, недостаточно одного только контроля над спецслужбами. Необходимо еще захватить телевизионный эфир. По совету иностранных имиджмейкеров, Рахат Алиев стал изображать казахского комиссара Катани, единственную надежду в борьбе с коррупцией. Не проходило дня, чтобы Рахат Алиев не появлялся на экранах с очередным разоблачением. Ну и вот Рахат начал вот это вот давление. Я ему заявил, я говорю, Рахат, ну оружие-то охотничье все, не получается. Переворота не получается с охотничьим оружием. Пускай даже 20 стволов это будет, но охотничье. Он говорит, ну ничего, мы что-нибудь придумаем. А давай, мы, говорит, тебе оружие подкинем. Я говорю, ну и как это будет выглядеть? Ну, найдешь ты у меня оружие, а других людей мы привяжем. Я говорю, Рахат, не получится ничего. Если даже я соглашусь, то мои ребята не согласятся. Он говорит, ну ты сейчас увидишь. И вот здесь вот произошло избиение Саджана в кабинете. Вот когда уже я попал в кабинет, сначала беседа началась вполне миролюбивая. Посадили меня за круглый столик, предложили, по-моему, даже чай или кофе, я не помню. Но я отказался. И он начал издалека, вот, Саджан, ты... В прошлом боевой офицер, я в свое время служил в Афганистане, вот как бы вы все незаконно такие пострадавшие, хотя могли еще дальше служить там и так далее. Ну, то есть такая вот своего рода подготовка. Вот. Вы нам не нужны, вы, ребята, офицеры, выполняете свой долг честно, добросовестно, мы знаем, мы вас отслеживали там и так далее, и так далее. Вот. Но вы нам не нужны, нам нужен только Акижан Мажанович Кожигелдин. Политика – дело грязное. В привычном повторении этого выражения слышится не только естественная брезгливость, но и самоуспокоение. Какие-то они где-то там занимаются грязной политикой, а мы – нормальные люди. От этой грязи очень далеки. Но иногда обстоятельства складываются так, что человек помимо своей воли попадает в жернова политики. И тогда призрачный праздник жизни превращается в кошмар наяву. Меня завели в комнату отдыха Алиева. Потом через некоторое время приводят Саджана Ибраева. И начинается вот этот разговор с Саджаном. Сначала пряником, давай, Саджан, тебе зачем он нужен, он где, ты где, ты казах. Сначала пытался уговорить его, потом начались угрозы устного характера. Потом он ударил Саджана по голове. Он от нас добивался того, чтобы мы написали бумаги. Написали какие-то, видимо, заявления, признания о том, что вот все оружие, которое сейчас найдено в сейфе, про то оружие, которое в гараже у Петра обнаружено было, я об этом на тот момент вообще знать не знал. Вот. И вот он говорит, просто напишите заявление о том, что вот вся вот эта деятельность ваша с оружием, что это вот по команде Акижана Мажановича все это собиралось, готовилось.
Ну, что на самом деле, конечно, это был бред. Я сходу сказал, что я такого делать не буду, потому что этого не было на самом деле. И вот тут он уже начал заводиться, начал психовать. Угрозы пошли еще более ожесточенные, о том, что пострадает вся моя семья. Зачем тебе это нужно? У тебя есть дети. Завтра с детьми может что-то случиться, с женой что-то. Шантаж был и дочерьми, и женой был шантаж. Что она на инсулине, что инсулин может быть некачественный, что она может умереть от передозировки или недозировки. Вот. Это было сказано, что времена такие, что молодежь-то безбашенная, на наркотики могут подсесть. Потом, говорит, извращенцы всякие ходят кругом. Это Рахат Алиев говорил. В процессе этого разговора он уже стал еще больше психовать, потому что мы сидели все за столиком, и он, распаляясь, я даже не ожидал, он сидел вот справа от меня, буквально вот в 30 сантиметрах, да, столик-то небольшой, круглый, я сидел, немного опустив голову, в наручниках, и в этот момент он соскочил и наотмашь меня ударил по голове. У Саджана руки были наручниками скреплены спереди. Он пытался как-то защититься, Саджан. Он бил его руками. Руками, потом повалил, ногами начал бить. Я был просто на тот момент просто был шокирован тем, что чиновник такого ранга, генерал, может сам лично заниматься рукоприкладством. Я просто не понял, немножко отскочил так, ну, отстранился в сторону. Он продолжал опять что-то говорить, опять сыпались какие-то угрозы. Я тебя посажу, я тебя сгною, ты никогда больше не выйдешь с тюрьмы, ты там и помрешь, там тебя закопают и так далее, и так далее. Вот. Я пытался что-то ему возражать, он опять распалялся, опять соскочил, опять ударил меня два раза по голове, потом, ну, второй раз он уже более сильно, я упал со стула, потом я опять вынужден был. Он уже в бешенстве был, он уже кричал просто. После бегства из Казахстана Рахат Алиев из жестокого борца с оппозицией превратился в самого отчаянного критика режима. На родине его заочно осудили на 20 лет тюремного заключения по обвинению в похищении и убийстве своих должников. В ответ на это Алиев заявляет, что все обвинения – месть за публикацию книги «Крестный тесть», в которой описываются тайны Астаны. С внешним миром, скрывающийся от всех Алиев, сейчас общается в основном при помощи Твиттера, да иногда выходит в эфир с телеканала К+. Вот что он ответил на вопрос о Саджане Ибраеве. Во-первых, этот вопрос не ко мне, пусть обращается к президенту Назарбаеву. Я не возглавляю страну, я не отдавал какие-то приказы. Я не судья, я не прокурор, я не руководил следствием, которое велось против него. Я подчеркиваю, что Комитет национальной безопасности добывает упреждающую информацию о преступлениях. В этом плане, да, мы добывали информацию, в том числе и антитеррористического характера. Он бил руками, один раз ногой ударил, потому что я со стула упал. Ну, это продолжалось несколько раз вот так вот, потому что он после очередного, он опять мне говорил, сядь на стул, мы еще не закончили. И все это вот в таком виде. Если ты не напишешь эту бумагу, все, мы тебя просто уничтожим. На что я отказывался, что я сказал, я не буду ничего писать. И в один момент он совсем рассвирепел, там уже набросился на меня. Два раза ногой меня там ударил. Ну, достаточно хорошие удары, но я тем более не мог ничего делать, я ж в наручниках сидел. Тем более я не ожидал этих всех вещей от него. Я понимал, что он как бы в истерике.
находится. Но... И вот в этот момент, когда я уже возле стены стоял, у меня на тот момент уже у самого произошел такой, скажем, нервный срыв. И я в ответ уже начал ему тоже кричать. Я сказал, что я офицер, боевой, афганец. Я говорю, что если ты хочешь меня сломать таким образом, у тебя это не получится. Я ему говорил, что лучше меня убейте там при попытке к бегству, говорю, но вам не удастся меня сломать, потому что не тот-то человек, который может меня сломать. Много лет назад журналист, девушка из Казахстана, задала мне вопрос. А ваше сердце не щемит, когда вы видите, что людей в стране притесняет только за то, что они рядом с вами? А что я мог тогда сказать? Это был выбор людей. Я очень многим людям говорил, вы вот стойте в стороне, не надо рядом быть, а палить может. Подсознательно я понимаю, что ситуация ну, вся уже вышла из-под контроля, что Рахат уже пойдет до конца, тем более мы знали, наслышаны были, какой он человек. Тем более это я сейчас после этого избиения, я понял, что он абсолютно неадекватный, может пойти на самые крайние меры. Я уже на тот момент уже сам для себя решился, что я закончу свою жизнь самоубийством, но то, что вот они от меня не добьются то, чего хотят, чтобы я клеветал, там что-то написал или вот. И вот это осознание, оно было таким, знаете, страшным. Саджана увели, он дал указания оперативникам дальше работать с ним, чтобы к утру показания от него были такие, какие нужно. Меня больше он не допрашивал, но с Петром я знаю, что еще у него продолжалась какая-то работа. Потому что ну, я достаточно, вот когда я сорвался нервно, скажем, он понял, что бесполезно со мной что-то делать. Вот, и немножко от меня отстали. Сценарий сломался, да. Саджан Ибраев проявил, ну, на мой взгляд, необыкновенную стойкость, да, потому как то, что мы знаем об этом деле уже сейчас, спустя там несколько месяцев работы, говорит о том, что он, конечно, абсолютный такой супергерой, да, в хорошем понимании этого слова. Он прошел через то, через что многие бы наверняка не прошли и сломались. И, конечно, это заставило вносить Рахата Алиева коррективы в свой план. Вот. После вот этих всех вот речей, я говорю, Рахат, я так не могу так сразу тебе сказать, да, нет, мне нужно подумать. Я решил оттягивать время. Дальше там еще хуже было. Жене привезли какое-то лекарство. Это мне оперативник сказал, вот, видишь, Петр, Рахат Алиевич-то думает о твоей семье, видишь, инсулин привезли сейчас. С инсулином проблемы. У нее диабет сложной формы. 5 уколов в день делает. Так до сих пор и делает. Вот. С этой темой ко мне приходили дважды. Первый раз мне объяснили, что это с поликлиники КНБ. Хотя, по сути, мне лекарства, мне инсулин должны бесплатно предоставлять. Его в Казахстане был огромный дефицит, поэтому мне не давали даже рецепт. А здесь пришел человек и сказал, что вам с поликлиники, я тут по пути, мне сказали, что вам нужно завести инсулин. А через некоторое время пришла женщина, говоря, что она уже с моей поликлиники, мне нужно много вам, как бы, вопросов задать и тоже по поводу инсулина выяснить. А поликлиника буквально в 2 шагах от дома. Я пошла к самому эндокринологу, говорю, а что вообще за обследование идет, что касается, потому что я не могу допроситься инсулином, это сложно действительно.
А то приходят люди, чтобы выяснить вот, по состоянию моего здоровья, по особенности, что я еще принимаю, да каким образом, как для меня удобно. Ну, я не знаю, почему она мне взяла за руку быстренько, значит, глав врачу, и говорит, да никого мы не посылаем, и да нет у нас людей, чтобы ходить и такое анкетирование проводить. И тогда я поняла, что что-то происходит вокруг меня. Хочешь поговорить с женой? Вот, значит, созвонился с женой, дал мне трубку. Я спросил у Любы, что лекарства привезли? Она говорит, да, говорит, привезли лекарства. И тут же он трубку забирает оперативника, ложит это. И вот тут уже оперативник начинает говорить, что Петр, а это не инсулин. А это другое лекарство. Это наоборот глюкоза. Ты представляешь, говорит, что будет с твоей женой? То, что добывали информацию, то, что получали информацию, да, на то и есть и положение о Комитете национальной безопасности, есть и закон о нем. Эту информацию, да, мы добывали, не только я, и все сотрудники Комитета национальной безопасности. Я просто ему сочувствую, что он вынужден был выехать. Я считаю, что он тоже такая же жертва преступного режима. Что делать вот? Крахату? Давай, соглашайся. Давай мы оружие тебе подбросим. Ну и решили в гараж. Рядом с домом был подземный гараж. Трахат вызвал людей, сели в Тойоту и поехали. В ногах какой-то мешок. Ну, я оружие я увидел и мешок какой-то. Наручники спереди, я пощупал взрывчатка. Что может быть в мешке правильной формы сложено? Взрывчатка. Ну, думаю, взрывчатка – это уже терроризм. Это уже не государственный переворот. Это уже террор. Ну, и я тут заортачился, говорю, нет, я взрывчатку в гараж не позволил закладывать. Открыли гараж. Что еще интересно, в Казахстане все знают, что Рахат Алиев держал сахарный центр. Вот это оружие, которое мне было заложено в гараж, оно было в сахарных мешках. Сахарный центр. Вот, я не знаю. Это, значит, при мне оно не было открыто, вот как в мешках было, в пакетах, а не так вот. А куда мы, говорит, его ложить будем? Ну, давай возле стен по углам разложили. Честно говоря, я был в таком состоянии после вот этого давления, после всего, что было сказано, я был согласен хоть на что, сказали бы, на пистолет застрелись, я бы застрелился. История Петра Афанасенко и Заджана Ибраева не оставила равнодушным известного немецкого адвоката и правозащитника Лотара де Мезьера. Во времена ГДР ему приходилось сталкиваться со случаями применения спецслужбами психотропных средств во время допросов. Эти вещества подавляют волю и блокируют память. Я работаю адвокатом на протяжении 35 лет. За эти годы мне довелось встречаться с огромным числом людей. Благодаря этому я достаточно хорошо научился различать, когда люди говорят правду, а когда пытаются ввести вас в заблуждение. В этом случае заявление обоих, Афанасенко и Ибраева, о том, что к ним применяли психотропные средства, является правдивым. В разговоре с обоими выяснилось, что во время допросов их принуждали пить чай, и совершенно очевидно, что этот чай содержал не только чай. Я думаю, что потом были добавлены препараты, потому что один допрос вообще в моей памяти почему-то он не остался, этот допрос. Когда мы знакомились с материалами дела уже завершившегося, была предоставлена кассета допроса. Камера была также направлена на меня, свет вот примерно такой же. И вот я ничего не помню.
Я ничего не помню, что я подписывал, что я отвечал, на какие вопросы я отвечал. Я об этом заявил на суде. На что мне прокурор сказал: «Вы что, хотите сказать, что это не вы?» Я говорю: «Я». «Тогда ерундой не занимайтесь, это вы, значит, и вы все помните». После освобождения из лагеря Петру Афанасенко вместе с семьей пришлось покинуть родину и искать политического убежища в Европейском Союзе. По иронии судьбы, здесь же, в Европе, теперь скрывается и Рахат Алиев. Палач и жертва в равной мере пользуются покровительством европейских законов. В своих многочисленных интервью Алиев всячески пытается избежать вопросов о своей личной ответственности. Да, я припоминаю такого человека. Это один из охранников бывшего премьера Акижана Кашгирли. Я считаю, что он такая же жертва режима Назарбаева, как и многие другие, которые выехали из страны. Понимаете, европейцы считают всех, кто беженец оттуда, они действительно преследуемые там. Они не хотят вникать, кто есть такой Рахат Алиев, что он за человек, что за ним стоит, что он сделал. Здесь он создал имидж такого демократа, такого борца за права человека, хотя эти права человека он нарушал на каждом шагу, когда был председателем КНБ по Алматинской области, потом зампредседателя КНБ Казахстана. Данная работа будет продолжаться, независимо от того, еще раз хочу подчеркнуть, независимо от того положения, независимо от тех регалий, тех погон, которые носят чиновники, в первую очередь это правоохранительные органы. Сегодня по делу о незаконном хранении оружия проходят Петр Афанасенков и Саджан Ибраев, в прошлом бывшие кадровые сотрудники спецслужб, охраняли Акижана Кожегельдина в бытность последнего премьер-министра. В настоящее время Петру Афанасенко и Саджану Ибраеву применена мера пресечения арест. Петр Афанасенко изъявил желание добровольно сдать партию оружия и боеприпасов. Он хранил в своем личном гараже лучшие образцы мировой оружейной промышленности. 5 боевых пистолетов с глушителями, такие как ЧЗ-75, Беретта, Вальтер, а также 3 автомата Калашникова, один из которых был с подствольным гранатометом, пистолет-пулемет УЗИ и большое количество боеприпасов к ним. По мне придумали же еще один эпизод. Якобы в машине, на которой я двигался в то время, я перевозил как будто пистолет с гранатой. Ну, это было совсем абсурд, это было смешно, потому что, когда меня арестовали, я машину поставил на стоянку возле дома. В декабре месяце опечатали двери машины просто бумагой на бумажном клее, ну, понимаете, да? Через 3 суток, когда начали уже эту машину осматривать, то уже было подложено туда пистолет с гранатой. И несмотря на то, что на суде вот мой друг заявлял о том, что он после моего ареста перегонял эту машину, настаивали на осмотре ее, но сотрудники НБ отказались. А потом, когда они уже проводили осмотр, через 3 суток уже было, естественно, обнаружено пистолет с гранатой. Буквально вчера, 19 декабря, нами была обнаружена автомашина Ибраева. И при осмотре его под сиденьем был обнаружен пистолет «Вальтер» и также боевая граната «РГД-5». Они гранату, вот больше ничего не додумываются, под водительское сиденье подкладывают гранату. Ну, все водители, все прекрасно знают, граната – чека. А сколько под сиденьем пружинок всяких? Ну, если едешь, тормознул, чекой зацепилась, граната выскочила. Ну, боевой офицер так будет делать. По информации генерала Касымова, в разное время Акижан Кожегельдин приобрел и оформил документы в соответствии с действующим законодательством на 9 единиц огнестрельного оружия, преимущественно охотничьего. В алматинских тайниках из личного арсенала экс-премьера были обнаружены только нарезной карабин «Тигр», винчестер и двухствольное ружье импортного производства. А потом я говорю: ну что, у вас не хватило оружия, что ли? Что это такое? Сабля, кинжал. Ну, для того, чтобы напугать обывателя, винтовка Драгунова. Я говорю: ну, а с пистолетом опять, говорю, у вас произошел прокол. У меня был именной револьвер «Кобальт»,
а вы мне Стечкина прилепили. Я говорю, Стечкина у меня никогда не было, я его просто не люблю, как оружие. Главная задача следствия сегодня – выяснить, с какой целью собиралось и хранилось оружие, отдельные образцы которого имеют специальное назначение. Если объяснять это как для нужд охраны, допустим, охранной службы, то мы никак не можем объяснить наличие боевых гранат, наличие автоматов с глушителями, пистолетов с глушителями, то есть тех оружий, обычно которых используют для нападения, для проведения каких-то акций. Это все было абсолютно на ровном месте придумано. Это была такая жизнь, как пиар-акция. И они вот упивались этим и продавали его не только обществу, они пытались продать наверх, доказывая свою лояльность и нужность. А самое главное, чтобы получить еще бюджет, чтобы получить больше денег, больше средств купить, больше устанавливать контроль и так далее. Нарушать, нарушать и нарушать права. Жертвами Алиева становились не только люди политики, но и бизнеса. Журналист и бизнесмен Серик Медетбеков, по милости Рахата Алиева, тоже вынужден был покинуть родину и вкусить горький хлеб изгнания. В конце 90-х он управлял несколькими радиостанциями, занимался производством телепрограмм и мультипликационных фильмов. Но завладевший к тому времени лакомыми кусками казахской экономики Алиев, на беду успешных медиа-менеджеров, осознал политическое значение электронных СМИ и, не откладывая, принялся за привычное дело отъема собственности. К нам внезапно пришли люди из холдинга, который принадлежал Рахату Алиеву, и сказали, что мы бы хотели, чтобы все рекламные потоки проходили через нас. Мы какое-то время сопротивлялись, но потом мы поняли, что это бесполезно. Это был рейдерский захват со стороны Рахата Алиева, но тогда слово «рейдерство» еще не знали. То есть тогда это считалось как бы в порядке вещей, когда против человека, владеющего тем или иным ресурсом, заводилось уголовное дело, либо его начинали каким-то образом преследовать и в конце концов просто отбирали. Не будем забывать, что Рахат Алиев на тот момент, в конце 90-х годов, он возглавлял одну из структур Комитета национальной безопасности, то есть имел огромную власть и огромные полномочия для преследования того или иного лица. Просто силовым методом приходят и говорят, что газета больше не твоя, она наша. У тебя два пути. Даже не было намека, знаете, как это не первый раз рейдерство осуществляется, даже не было предложения, слушай, давай мы у тебя, ну, недорого, но купим. Нет, у тебя два пути. Или ты переписываешь меня, или ты завтра садишься. Простой разговор. В то время это было настолько, скажем, естественно для Рахата Алиева, что он даже не переоформлял документы. То есть вот забрали как бы ресурс, все, он считается уже его. Возле моего офиса появилась слежка, значит, за мной появилась слежка. У меня начали увольняться люди, потому что за ними начали следить, они начали бояться этого. Вот. И в один прекрасный день мне сообщили люди о том, что буквально там через день, через два уже как бы все готово, готов ордер на арест для того, чтобы меня арестовать. И я был вынужден просто в спешном порядке там, в течение суток покинуть страну. И если бы не люди, которые нам помогали для того, чтобы покинуть эту страну, я думаю, я сейчас бы сидел в тюрьме. Ничего не сработало, суд был однозначно настроен, скажем так. Наша судебная система, к сожалению, вот такая. Прокурор 7 лет просил. Прокурор просил столько, сколько ему сказал Рахат. Потому что Рахат мне сказал, ты пойдешь по максимуму. Все разбилось на суде. Осталось только то, что мы с Саджаном перевозили оружие, чтобы сдать его в службу охраны президента. И вот за это нам дали срок. Обоих и Петра, и Саджана отправили не там, где должны находиться вот офицеры спецслужб и вообще офицеры, а в обычную вот зону, в надежде, что там можно будет из них веревки вить, продолжать нарушать их права. То есть это была месть за то, что они не согласились оговаривать. По приговору суда 3,5 года мы с Петром получили. Я сидел где-то около 2,5 лет. Освободился по амнистии. Петр освободился на год раньше. Он писал прошение о помиловании. Я отказался писать прошение о помиловании и вышел по амнистии. Подъезжаем к следственному изолятору в КМБ.
Вот ворота справа, видите? Вот он, следственный изолятор. И через эти ворота нас и возили. Внутрь во двор заезжаешь, вот-вот справа. Высокий забор, колючка вон, видите, справа. В следственном изоляторе давление продолжалось же тоже, да? Я был лишен всех каких-то обычных бытовых таких вот условий, как обычно положено, да? Бывало так, что вот спишь ночью, заходит в камеру, говорит, все, с вещами на выход. Я, естественно, все вещи собираю, матрас, все. А меня просто берут, переводят в другую камеру. Естественно, пытаешься вопрос задать, а в связи с чем, что, ну, так надо тут. Это особо не объясняли. И вот в другую камеру переводят, я только расположился, опять лег, заснул. Часа через час, через два, когда я заснул, опять заходит, опять с вещами на выход. И я опять собираюсь, опять в третью камеру. И вот так в течение ночи несколько раз, то есть до утра не давали спать. Тут в те дни так было. Саджан Ибраев после освобождения не уехал на Запад вслед за Петром Афанасенко. Но горечь от издевательского неправосудного приговора, от безвинно проведенных в лагере лет, никуда не делась. Он подал в Венскую прокуратуру заявление с требованием привлечь Рахата Алиева к уголовной ответственности за пытки и судить его в Австрии. Одним из важных экспертов по делу двух бывших охранников выступает офицер лондонской полиции Алан Питерс, который многие годы охранял британскую королевскую семью. В частности, он обеспечивал безопасность леди Дианы до ее развода с принцем Чарльзом. Основываясь на собственном опыте и на опыте многих других людей в этой области, могу сказать, что невозможно проводить много времени с человеком, охранять его жизнь и при этом не сформировать доверительных отношений и не стать к нему весьма приближенным. Я бы точно не стал работать с человеком, которому не доверяю, которому не верю. Это был бы просто нонсенс. Но в то же время не стоит слишком сближаться с тем, с кем сотрудничаешь, кого охраняешь. Он не является твоим другом. Ты выполняешь свою работу и должен делать это прежде всего профессионально. Мы задали вопрос господину Питерсу. Были ли на его памяти или вообще в мировой практике случаи, когда для того, чтобы опорочить какое-либо охраняемое лицо, ну, например, политического деятеля, применялись незаконные методы против службы его охраны? Это очень любопытный вопрос. Я даже не понял сразу, о чем вы спрашиваете, потому что это просто немыслимо, недопустимо, что подобные вещи вообще могут происходить. Впервые слышу об этом сейчас, когда мы обсуждаем двух этих людей. Мне трудно даже себе представить, что подобные вещи могут прийти кому-то в голову. One wouldn't even think of it. I can't imagine why one would. It's extraordinary. После подачи иска в австрийский суд дело Афанасенко и Ибраев против Алиева приобрело общеевропейскую известность и стало предметом обсуждения в Брюсселе, в Европейском парламенте. Среди тех, кого возмутила история палача и его жертвы, в равной степени пользующихся защитой Европейского Союза, один из лидеров фракции христианских демократов в Европарламенте, известный немецкий политик Эльмар Брок. Я думаю, что если человек не мог найти защиту в своей стране, и он приезжает в Европейский Союз, который предоставляет ему защиту в свободном обществе, и там встречает преступника, который раньше его преследовал, это абсолютно недопустимо. Мы должны использовать в таких случаях и европейское, и национальное право, чтобы преследовать такого преступника. Депутатов Европарламента о подробностях дела Афанасенко и Ибраева проинформировал адвокат Лотар де Мезьер, в прошлом последний премьер-министр ГДР. Я считаю абсолютно неприемлемым, что в Европейском Союзе одновременно могут свободно проживать жертвы, такие как Афанасенко, и преступники, такие как Алиев. Мы в Европейском Союзе должны позаботиться о том, чтобы общественность знала об их преступлениях и чтобы преступники не ушли безнаказанными. Казахстан расположен далеко от границ Европейского Союза. Но в Брюсселе политики и чиновники внимательно следят за тем,
что происходит в этой центральноазиатской стране. В стенах Европарламента принимают не только официальные делегации из Астаны, но и оппозиционных политиков, таких как Владимир Козлов, лидера партии «Алга». В свое время Рахат Алиев развернул настоящую травлю любых критиков режима. Провокации и беззаконие при нем стали нормой политической жизни. Как бы он и что бы он ни объяснял сегодня или в последующем, но ему придется ответить за то, что он делал, будучи на вот этих вот постах. Потому что история, она может быть и каким-то образом забывается, но она никуда не уходит. То есть за каждое деяние нужно будет ответить. Я на собственном опыте ощутил ту несправедливость, ту ожесточенность, то, что государственная машина, как государство может оказывать давление на каждого человека, на его права, свободы. Только поэтому я хотел бы освободить те 16 миллионов, которые находятся в таком вот закрытом как бы, помещении, чтобы они открыли окна, чтобы был свободный ветер, перемен, чтобы были свободные СМИ, чтобы Конституция защищала каждого человека, чтобы, наконец, не только верхушка была миллиардерами и входила в список Форбса, а все 16 миллионов получили что-то от тех ресурсов, которые добывает страна. Алиев часто выступает по каналу европейскому К+. И мне как-то звонит приятельница и говорит: ты послушай, что говорит этот человек. Посмотри, какой беспредел творится и какие правильные вещи он говорит. Я говорю: ты вообще знаешь, кто это? Может, для меня, говорит, не важно, но сам он, как он выглядит, как он чистенький, в очках, аккуратненький. Мне, конечно, было очень обидно. А кто беспредел там начал? История Рахата Алиева многие годы тесно связана с Веной. Еще в начале 90-х годов он успел поработать здесь в первой казахско-австрийской компании. Став послом Казахстана, он с помощью открывшихся возможностей и связей принялся легализовывать через подставные фирмы сотни миллионов евро, вывезенных из Казахстана. По следу этих денег теперь идут не только казахские следователи, но и европейские агентства по борьбе с коррупцией и отмыванием незаконных средств. Это здание посольства Казахстана в Вене. Отсюда чрезвычайный и полномочный посол Рахат Алиев руководил своей финансовой империей. Здесь он завязывал знакомства с влиятельными представителями мировой политической элиты, которые так пригодились ему впоследствии. Политолог Михаил Лаупш критически начал изучать деятельность Рахата Алиева задолго до того, как тот бежал из Казахстана. Случай Алиева серьезно затронул репутацию Австрии. Он показывает, что даже в этой западноевропейской стране перед человеком, обладающим финансовым могуществом и наделенным властью, открываются огромные возможности. Благодаря своей предшествующей деятельности Алиев смог не только здесь поселиться, но даже обеспечил себе хотя бы отчасти надежную юридическую защиту от всякого преследования. Горькая ирония заключается в том, что, будучи послом в Австрии, Рахат Алиев представлял Казахстан в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, целью которой является защита прав человека и базовых демократических ценностей. Когда внимательно изучаешь обвинения против Рахата Алиева здесь и в Казахстане, можно утверждать, что права человека, свобода слова и плюрализм были теми ценностями, которые Рахат Алиев всегда грубо нарушал и просто растоптал ногами. Он нарушал самые основные ценности и принципы ОБСЕ, даже будучи представителем Казахстана в этой организации. Очевидно, что принципы плюрализма, свободы выражения мнений, всего того, на чем базируется ОБСЕ, были ему глубоко чужды. Вопросы толерантности должны продолжать оставаться в центре внимания ОБСЕ. В этой связи казахстанский опыт мог бы быть полезен вдвойне.
Что же, чего-чего, а опыта толерантности европейцам у казахов не занимать. Их терпимость и гостеприимство распростерлись так далеко, что многие европейские столицы уже не могут справиться с наплывом мошенников и криминальных авторитетов с территории бывшего СССР. По-видимому, для финансового и политического деятеля такого размаха размеры скромного здания посольства Казахстана показались довольно тесными, и Рахат Алиев приобретает на свое имя виллу в одном из самых престижных районов австрийской столицы. Сейчас здесь находится резиденция посла султаната Оман, которому Алиев продал эту недвижимость сразу после утраты статуса посла. Обычно такие резиденции принадлежат государству, а не частным лицам, так же, как и посольство. Но 17 декабря 2002 года вот эта вилла была куплена за 3 миллиона евро лично Рахатом Алиевым, который декларировал ее властям Австрии как резиденцию посла, а не свою личную недвижимость. Каковой она была на самом деле? Что было бы более чем странно, поскольку общепринято, что только государства могут приобретать недвижимость для нужд своих посольств. Надо признать, что австрийская правоохранительная система достаточно пристально наблюдала за махинациями Алиева. Однако благодаря поддержке влиятельных политиков и коррумпированных чиновников ему удавалось парировать запросы официальной Астаны на экстрадицию. Австрийские власти скрывают также информацию о местонахождении бывшего посла. Местонахождение Рахата Алиева, возможно, является самым оберегаемым секретом Австрии. Явно предпринимаются попытки убедить общественность, что никто точно не знает, где реально находится сейчас Рахат Алиев. Конечно, австрийские спецслужбы в курсе его местонахождения, так же, как и Генеральная прокуратура Австрии. Возможно, что он сейчас отдыхает где-нибудь в Хорватии или на своей яхте в Эгейском море. Wenn er nicht auf seiner Yacht in der Ägäis ist. Я передвигаюсь по Европейскому Союзу без никаких проблем. Все, что в отношении меня распространяется различная информация, государственная пропаганда о том, что я не могу ездить, что какие-то выставлены красные карточки в Интерполе. Это все выдумки правительства Назарбаева. Следует напомнить, что Рахат Алиев бежал из Казахстана сразу после громких событий начала 2007 года. Тогда он со своими сообщниками похитил двух менеджеров принадлежавшего ему банка, которые были заподозрены в многомиллионных хищениях. Их вывезли в неизвестном направлении, после чего след этих людей пропал. И только спустя 4 года их останки были найдены в пригороде Алматы. Эксперты установили, что обоих банкиров задушили после пыток. Их тела засыпали известью, уложили в металлические бочки и закопали в землю. Рахат Алиев уверяет, что он не убивал своих менеджеров. Но он точно так же отрицает, что избивал подследственных и устраивал жестокие провокации против своих соперников. И вот ирония судьбы заключается в том, он теперь в Европейском Союзе ищет защиту себе от того произвола, у истоков которого он сам стоял. Он пытается предъявлять политические претензии, но по большому-то счету политические претензии, споров у него нет. Он ничего не предлагает. Весь его спор – это его личная обида против одного человека, этого действующего президента Назарбаева. Он метил на самый верх, он понимал, что президент страны не вечен, что, используя вот свое, скажем так, семейное положение, используя свои вот возможности и бизнес там, и так далее, я думаю, в конечной цели у него была, конечно, стать, скорее всего, президентом страны. За справедливостью и правосудием бывшие офицеры Афанасенко и Ибраев обратились не в казахстанский, а в австрийский суд. Их интересы здесь представляет венский адвокат Штефан Шермайер,
Он уверен, что власти Австрии имеют право и просто обязаны судить Алиева за то, что он пытал своих жертв. Мы исходим из того, что Рахат Алиев получил вид на жительство в Австрии в 2007 году. И с этого времени он находится под юрисдикцией Австрийской Республики. Австрийские власти в течение последних 3-4 лет рассматривали запросы на его выдачу в Казахстан. Но пока он не выдан и находится в Австрии, он должен отвечать именно перед австрийским судом. От имени наших клиентов мы подали заявление в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против Алиева. Что же, последнее слово будет за судом Австрийской Республики. Жертвы, ставшие героями, и их палач, изображающий жертву, могут встретиться в зале суда и посмотреть, наконец, в глаза друг другу. Или избежать этого, отвести глаза. В конце концов, это вопрос собственной совести, личной чести, человеческого достоинства. Китайская мудрость, она гласит, каждого из нас наше прошлое подстерегает в будущем. Вот хорошо бы это помнить. Потому что просто так нельзя, взял и перешагнул через человека. Я не скажу, что во мне вот сидит вот чувство мщения, да? Я просто точно знаю, что так не должно быть. Так не должно быть. И наша семья не единственная, которая, ну, можно сказать, и пострадала, потому что человек натворил себе в своей жизни очень достаточно много горя. Он просто не задумывался, что для каждой семьи это целая трагедия. Это страшно. И после всего происшедшего он себя чувствует героем. Он говорит такие высокопарные слова и говорит о правильно. Но слушать это с его уст, это кощунство вообще. Как он может? Как может так быстро? Вот лицемерие, маска и все. Вы говорите, Европа. Вот тебе Европа. Если наши бывшие воспринимают это за чистую монету. Вот это страшно. И это не должно быть нормой. Обязательно должно что-то остановить. Это не должно быть просто несправедливо, да? Этот праздник мира и согласия народов в Казахстане празднуют без Петра Афанасенко и его семьи. Хотя они – неотъемлемая часть народа. Точно так же, как Саджан Ибраев и его семья. Мира и согласия всем невозможно обеспечить, не позаботившись о справедливости для каждого. Жертвы беззакония, пострадавшие от Рахата Алиева, ждут восстановления своих прав. Им должны быть обеспечены справедливый пересмотр дел и публичная реабилитация. Это станет прививкой на будущее, прививкой от произвола, от прихода на государственные посты криминальных типов. Как случается, что люди недостойные обретают силы? Почему им не ставятся заслоны на дальних подступах к власти? Виноваты в этом лишь сами эти временщики или все те, кто не дал им отпора? Один умный человек еще 150 лет назад сказал: «Нации, как и женщины, не прощается минутная слабость, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие». Мы не даем здесь оценок героям этой рассказанной истории без срока давности. Ведь она еще не завершилась. Поэтому мы просто ставим многоточие. И просим вас подумать над ней. И над своей собственной жизнью тоже.